Вам самим нравится, что вы сделали? Ну вот, вам нравится то, что вы сделали? Да, нравится. Да. Ну, тогда у нас с вами разные вкусы. Ну, нравится, не нравится, это дело не мое. Есть проектное решение, мы все делаем по проектному. Если бы мне понравилось, как я делал, я бы вообще это все по-другому уровню делал. А если у нас по проекту спортивная площадка есть, то ее нет. Убрали с проекта. А там она находится на стенде. На стенде. Видимо, старый. А с проекта кто убрал? По какой причине? Причину я не знаю, по какой причине убрали. В какой момент убрали? Изменения были, имеется переписка. Нужно поднимать и смотреть. Я думаю, что мы к этому придем. Есть масса замечаний, которые и к проектантам, в частности, по данному направлению. Вот что мы жителям показываем? При прохождении реализации всех этих мероприятий с вашим депутатским корпусом, с вашими представителями, мы были здесь периодически, в живой переписке, общаясь вживую непосредственно с подрядчиком по данному проекту. Также имеется и документальная переписка. То есть ну, результат, который мы видим сейчас, он налицо. То есть там бездействия не было абсолютно никакого. Нет, здесь не шел живой диалог. Нет, я для понимания. Ну понятно. Как-то кусками все, понимаете? Идешь, аллея заасфальтирована, все хорошо. Это наклонившиеся деревья, нужно вот так наклоняться. Это что такое? Вопрос ко всем тогда. Кем кто проект, кто курировал, какие задачи ставили. Сейчас, когда дело к финишу, вот сейчас мы начинаем тут чесать некоторые части тела. Что же делать дальше? И что мы предъявим жителям? Сколько денег в этот проект было потрачено? Сколько? 31 миллион. Вот видно, что здесь 31 миллион вложен. Чтобы можно сказать, вот мы потратили 31 миллион рублей, и посмотрите, какую красоту мы сделали. Это нужно на сегодняшний день еще будет. Так, понимаешь, понимаем, контуров-то не видно, будем так говорить, такого. Сергей Николаевич, так надо просто почаще это контролировать. Да хоть законтролируйся, сами же говорят, каждую неделю здесь они ходят, смотрят. Так вот и говорят, что подрядчику переделать, а переделывают как бы как. Так вот я поэтому и говорю, должен быть, после каждого посещения должен быть протокол, где прописано, составлено, кому что сделать, что устранить, кто ответственный. А разговаривать ему, разговаривать научились. У меня Сонга Григорьевна, ведь говорим не про порядок, а из депутатов кто в комиссии? Корни. Куликов с нами всегда ходит, ЛДП периодически. И все, да? Мы приглашаем всех. Покажу. Прямо кто через плоть асфальт растет. Смотрим, подставляем маски, подставляем подоксовку, как положено. Вопрос, вопрос в том, а зачем отбирать хлеб у тех, кто за это деньги получает? Они должны свой хлеб отрабатывать. Вопрос в том, что 15 числа же, да, срок сдачи? Да. Вопрос к жителям тоже сними. Вот, пожалуйста, место культурного отдыха. Вот отдыхаем как. Вот сними, вот там сними, сколько там бычков. Как наши жители отдыхают. Иногда задумываешься, для чего и для кого мы это все делаем. Если вот такое отношение. И с той, и с другой стороны. А видеонаблюдение будет, парень?